Так, всем привет, ребятки. Нашел, короче, игруху Battle Formula. Да, какая-то гоночка, походу. Ой, бляха, тут вертолеты какие-то стреляют по нам-то, а. Ой-ой-ой. Кстати, я что такое припоминаю? Я, помню, на Денди своей играл в эту игруху. Блин, у меня только одно хп осталось-то, что-то совсем все печально. Все, я сдох вообще, а? Ну, сейчас, кстати, да, реально, я что-то припоминаю, я, по-моему, играл что-то в такое. Ага. То есть, я так понимаю, тут не на время даже трасса, да, там, не на то, чтобы прийти первым, сколько просто прийти живым, да? Я так понимаю. А что это за буковки какие-то, видите, П, Л, что-то у них появляется на этом грузовике, какие-то буковки, да? Не могу понять, в чем прикол, если честно. Ну и чё? О, я его обогнал. Ага, отлично. Вот, 0, видите, 6, что-то у него какие-то там буковки, циферки появляются, не могу понять, что это значит, да, для чего это. Ну да, я так понял, что тут, походу, даже не столько гонка, сколько тебе выжить надо, потому что ты очень быстро убиваешься, да? Да, тут все стреляют по тебе. Блять, вот-вот пиздец, да? О, вот что-то я взял. Ага. Так, так. Блин, он меня скинул в воду, скотина, а? Блин, вообще хардкор какой, а? Полная жуть. Ну, какая-то больно сложная игруха, если честно, да. Тут получается тебе и от пулик надо уходить, еще и при этом не врезаться в обочины, потому что обочины тебя тоже сильно косают, как бы, да. ХП очень мало, то есть всего 4 попытки. А, я стрелять могу, блин, я только сейчас выкупил-то, а, ты смотри. Так вот в чем прикол, тю, блин, а. Так, тогда можно играть, да, я просто не сразу понял, то что стрелять можно. Вот кнопку нашел, буковка С. Да, если стрелять, то нормально, можно играть, чё. Да, нормально. Блять, только не врезаться еще в эти хрени, тоже сложновато достаточно. Ага. Ага. А, вот он. А, вот L, это life, точно. Вот он, видите. А, и меняются буквы, то есть в зависимости от того, да, в какое время ты, допустим, убьешь эту машину, у нее будет разные вознаграждения. Видите, то жизнь можно взять, то там какие-то пульки, наверное, улучшенные. Да, вот сейчас Т, вот сейчас L life, но life там как раз таки-то не нужен был. Да, то есть надо еще в правильный момент мочить эти машины, тогда тебе будут какие-то хорошие вещи. От R. Что такое R? Хрен его знает. Наверное, какие-то другие пульки, да? Так. О, C, C. Что такое C? Тоже не знаю. А, опять-таки пульки какие-то другие, да, видите? Ага. О. Ага. О, Буделыч раздупал. А, Б, а что такое Б? Тоже другие пульки, хорошо. А тут типа сам убираешь куда, направо или налево, да? Ага. Хорошо. Блин, мне лайф надо срочно найти. Да, блин, по водичке вообще едем. Блин, кстати, закачаешься, игруха. Ну, я что-то припоминаю, у меня, по-моему, на Денди была такая игруха, вернее, на моем Сюбаре. На самой первой моей приставке, да? Потому что что-то такое вот знакомое. Падал вертолетик. Ой, бляха. Ой, не, такие у меня не завалил. Отлично. Фу. А, и все, и ты вздыхаешь полностью, когда падаешь, да? Ага. Блин, правда говоря, игруха такая сложная, да? Да, вообще жесть, а. То есть тебе же нужно еще в правильном месте прыгнуть, жизней мало, как бы, да. А, не, видите, у меня вообще 4 жизни, а когда ты набираешь эти лайфы, эти буковки L, то, видите, типа, у тебя дополнительные появляются, так что их всегда есть смысл брать, оказывается, да. Да, блин, я опять не в ту сторону, надо было направо. Капец. Просто оно хоть бы как-то показывало бы это, правильно, типа, ну, то, что, типа, тебе там надо направо прыгать, да? То есть какую-то стрелочку бы ставил, откуда мне догадаться, то, что мне нужно именно направо, да? Блин, еще и пульки у меня фиговые. Дайте нормальные пульки, скоты.
Вот у меня сейчас внизу какая-то буковка Б мигает, да, вот что это значит вообще? Как бы вот догадаться-то самому, а? Так, вот надо как-то правее держать, по-моему, да? Да, вот-вот, наверное. А чё я сейчас сдох, я чуть не понял. Может, надо какую-то кнопку нажимать, когда ты, типа, прыгаешь? Просто я, по-моему, ничего не нажимал. А, надо, наверное, разогнаться, видите? Да, надо, наверное, короче говоря, просто сильно разгоняться, вперед нажимать. А я просто по-обычному ехал, ну, потому что мы прошлые эти джампы так и проходили, да, мы не разгонялись, то есть просто по-обычному прыгали и все. Ага. Блин, ну, последняя попытка, чуваки, надо собраться, да, давай. Так. О. Да. О, лайф, да. Лайф нам очень нужен, да. Отлично. О, а это я что такое взял, интересно. Бляха, ой. Блин, вообще движуха нереальная, зацените, да? Падла, а этот, видите, он там с какой-то хренью. Вообще жесть, а. Блин, трассы все сложнее и сложнее становятся. У меня сейчас хп... Ох, ппп... Или лайф, да, лайф тоже хорошо. Отлично. О, стопэ. Тут замедленное типа время, видите? Ох, еба. Ну тут печальные моменты вообще, да? Вот когда вот такая вот хрень какая-то происходит. Все, и гейм овер, блин, а. Охереть. Кстати, музычка еще прикольная такая. Ага. А что такое буква R? Что она делает? Ага, это, наверное, другие пули, я так понимаю. Ой, бляха. А вот Б, что это такое? Блять, меня коснули. А С, что такое? Ага, С это пульки другие, ага. Завалили, хорошо. Короче, спеши тут не главное, да, тут главное именно осторожничать. Блять, меня завалили опять. По правде говоря, такая нереально сложная игра, если честно. Во всяком случае, для меня, да? Вижу, не врезайся в эти хрени, не попадайся на эти пульки. Бля, я какой-то вообще капец, жуть какая-то просто полная. Нереальный хардкор. Блять, да вы запарили, а? Как я в прошлый раз тут проехал, почему так более-менее даже просто? А нолик это что такое? Фиг его знает. Мне бы жизнью какую-то собрать бы, а. Да, получается, тебе все равно, сколько у тебя жизней, видите, ты когда, допустим, падаешь в воду там, да, или что-нибудь в этом роде, то все время происходит одна и та же хрень. О, а это я что нажал? А, тут еще можно нажимать буковку Z, и он типа с какой-то... А, он мазут распространяет, видите? Да, и типа мазут течет, и, наверное, эти чуваки ехать не могут, я так понимаю, да? За тобой, который сзади. Судя по всему. А, это что такое? Топ какой-то? Что это такое вообще? Блядь, да вы запарили меня убивать. Блин, вообще нереальные игрухи, да? Старые игры, это просто полный капец. В них играть просто невозможно, потому что тебе непонятно, что делать, ты до сего догадываешься просто методом тыка. Да, все очень сложно, очень жестко вообще. О, лайф, то, что нам нужно, да. Да, до всего догадываешься методом тыка, блин, управление это непонятное вообще. Я же, и вот этот прикол, потому что, когда, допустим, там та же пропасть или что-нибудь такое, и ты можешь только раз ошибиться, это вообще жесть тоже. Получается. Да, блядь, ты запарил, блядь. Идите в сраку, да. О, лайф, отлично. А Б это что такое? А, это пульки другие, да. Так, тут мы выбираем правый туннель. Ну, тут, по-моему, уже сохранительность должно, если я правильно помню, да? По крайней мере.
Да, вот видите, джампы, и потом там вообще ж полная жесть будет, то надо будет прыгать еще на скорость. Да, и ты хоть провтыкиваешь, просто вот ты раз провтыкал те же машины, когда мы ехали, да, и ты сразу умираешь, то есть все твои жизни отмирают, несмотря на то, сколько их там. Это очень жесткий момент, как по мне. Блин, вот опять, да, вот. И все, и сразу все жизни умерли, то есть, ну это капец. Как по мне, это очень жесткий момент какой-то. Круто, да, все круто, но, блин, вот это реально капец. То есть, и у меня сейчас самые отстойные пульки и мало жизней. То есть, вот как мне сейчас, блин, проходить дальше игру, вообще непонятно. Надо быть более щадящими к игроку, ребята. Ну, блин, как так-то, а? Так, это сейчас джамп будет, да? Скоро, я так понимаю. О, вот так. Ага. Блядь, я врезался. О, а что-то я нажал только что вообще. Блин, ну видите, у меня хп уже нету вообще, я сейчас сдохну и все. Вот мне сейчас срочно, просто срочно нужен, да, блядь, ну тут как пройти эту игру вообще, я не понимаю, да? У меня, получается, забрали как бы, да, эту хрень. О, вот лайф, а, все, нифига. Мне лайф нужно срочно, а грузовиков мне не дают, да, а кругом эти вертолеты, прочие ребята эти нереальные, да, блядь, тебе там и мины ставят, и что только там не делают с тобой, да, вообще капец. И сзади эти машины с этими, блин, вертушками едут, тебя дуплить, да, это капец. О, лайф, а, блин. Или вот ты провтыкал не в тот момент, да, не в тот момент, блин, нажал лайф. Стоп, хорошо, стоп, так стоп. А, вот эта вот хрень вообще, блядь, я проехал как-то, чуваки. Ну вот и пиздец, да. Еще теперь опять по новой игру начинать, да? Я шлю, тут нереальная какая-то сложность. А вот сейчас вообще как? У меня же даже, блин, самое херовое оружие. Вот как мне сейчас играть? С моим оружием. Ну вот все, он меня зажал и все. Да, я кстати, я вспомнил, я играл в эту игру, я момент с грузовиком вспомнил, там, где он тебя зажимает. Да. То есть я в это играл, но это, конечно, нереально какой-то хардкорная игра, потому что, ну я жалю, ну, серьезно, то есть босс, впервые ты его видишь, у тебя там всего несколько попыток. То есть ты должен по несколько раз, блин, доходить до этого момента, чтобы потом уже понять, что делать, да. Херово выдают и оружие, и патроны, и все на свете. Да, и, блядь, у тебя практически нету права на ошибку, все очень сложно, вообще капец. Что это за топ мы взяли, что это такое вообще? О, лайф. О, ну слава богу, хоть жизнью взяли. Давайте еще разок, короче, попробуем. Да. А там уже как получится, короче говоря. Да. Так, берем правый туннель. Да, докуда сейчас дойдем, до туда и дойдем, короче говоря. Ой. Да, видите, я какой-то мазут пускаю. Правда, сейчас я сам не знаю, зачем я его пустил. Но пустил, короче говоря, да. Так, что там дальше, я уже не помню, что там дальше происходит. Блять, опять я упал на ровном месте. Ага. Так, надо жизнью срочно где-то найти и патроны нормальные, да. Они еще торпеды эти пускают, капец. Да и причем еще торпеды самонаводящиеся, вообще жуть. Так, это сейчас будет джамп, правильно? Блять, я в воду упал.
блин, как мы в детстве в это играли, я вообще не представляю. Вот сейчас уже играешь, да, вот, блин. Вообще не понимаешь, как ты раньше в это играл и, блядь, как-то сейчас проходил эти игры, да? Вот, это было возможным для тебя, потому что сейчас вот... Вот туда, куда я дошел, наверное, это и есть мой максимум, потому что я вообще не вижу, за счет чего я буду дальше проходить, да? Нереальный хардкор какой-то, блядь. Так. Эти торпедоносцы гребаные, а. И видите, торпеда до сих пор за мной летит, как бы уже сколько времени прошло, а до сих пор торпеда за мной летит. Это офигеть, просто можно. Так, джамп. Ага. О, сейчас начнется вот эта движуха нереальная, да, бля, вообще жесть. Еще мне получается, мне сейчас срочно надо искать этот... Жизню, да, жизня, о. О, жизня, о, так, нормально. У меня теперь есть шансы, теперь нужно какие-то патроны нормально найти. Желательно. Видите, эти придурки едут за мной, как мне их мочить вообще? О, наконец-то. А как тут пройти? Ну, блядь, жизнью дай, скотина. Что такое цель? Что это такое вообще? Так. Ой, сейчас это херня, да. О, блин, проехали, ты смотри. А сейчас босс будет, все. Ну вот и все, и хана. То есть тут просто получается, наверное, то, что надо к этому боссу приехать так, чтобы ты ни разу не умер, чтобы ты был максимально прокачанным, потому что видите, какая хрень. Да, получается такая хрень, что надо, чтобы максимально ты был прокачан. А, видите, все, он меня зажал и все. Ну вот, блядь, ну вот, блядь, ну как, а? О, ну хоть вертолет мы убили, а? Охереть, я подумал, что он умер, а он заново возродился, и теперь уже два вертолета выпустил, блядь, да это похлеще возвращение, ребят, вы серьезно? Я же это похлеще возвращение, я подумал, то, что мы даже справились, а он, оказывается, нихера, он не умер, он, блядь, еще и заново возродился, у него заново все ХП, и потом еще взял, вызвал два вертолета, это вообще охереть. Понятно, нельзя, типа, разрешать ему меня зажимать в угол, это ясно, да. Но, блин, это капец как непросто. Вроде бы и сложного ничего и нету, но в то же время, блин, и все очень сложно, да. Вернее, очень непросто. Вот да, вот сейчас он типа повзрывается, видите, он сейчас заново возродится. Вообще жесть. Блять, ну вот все, он меня зажал и все. То есть ты не успел наверх проехать, а там, блядь, реально у тебя доли секунды на то, чтобы проехать наверх, и все, и ты сразу дохнешь, потому что он тебя зажимает и все. Ну все, последняя попытка, сейчас пробуем. Да-да, нет-нет, короче говоря. Вот, сейчас надо очень быстро, да, вот туда вот ехать, блядь, на низ, чтобы он тебе даль не зажал ни в коем случае, потому что жуть зажмет, это все, это вафельный торт. При этом, да, еще же, блядь, вертолетик эти свои снаряды пускает, то есть вообще пиздец. Вот, смотрите, ну вот, блядь, как? Чуваки, вы серьезно? Этот вертолет еще потом очередь патронов по тебе пускает, то есть это тебя зажимает в ухо, при этом тебе нельзя ударить сам бордюр. Блять, это... Да я не знаю, сколько надо времени угробить, чтобы научиться в это играть. Это, наверное, ну реально, я не знаю просто, сколько надо времени. Это надо, блин, часа три, наверное, протрахаться, чтобы понять, как в это играть. Хотя бы просто понять, что тебе делать, да, это капец. Вообще нереально хардкорная игра, честно говоря, из того, что я играл вот на эти денди, да, ностальгия плей, так сказать, то это реально самое хардкорное, во что я играл, это несомненно.
Вообще жесть. Ну, кстати, по-своему игруха тоже прикольная. 90-го года, да, или 91-го, она, я что-то подзабыл, когда мы запускали, там было написано. То есть, опять-таки, для года выхода. И в нее я играл, вот реально, я вспомнил, у меня была она на приставке. Потому что я момент с этим боссом реально вспомнил. Я там проходил, по-моему, даже полностью ее проходил тогда давно. Да, мы тогда играли в такие хардкорные игры, и нам даже нравилось. Сейчас, конечно, это просто что-то с чем-то, да, одним словом. Ван, больше я не хочу, у меня уже все нервы, блин, на исходе, да, мне хватило. Вот, короче говоря, спасибочки вам, что посмотрели, ребятушечки, да? Ребятушечки мои дорогие, там, короче, да. За подписки, за лайки, давайте, там, до новых встреч, покидос, покидос.